63 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, произошло на дорогах муниципалитета за 2019 год, что на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. Такая статистика была доложена на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшей в администрации накануне. В преддверии праздничных дней обсудили и готовность региональных дорог к данному периоду. На сегодняшний день у нас заготовлено 10 тысяч кубов ПСС, это примерно 75% от общей, то, что нам требуется на этот год. Ну, соответственно, поставки продолжаются, на всю зиму нам хватит. Помимо закупки песко-соляной смеси, был сформирован график по уборке автодорог от возможных осадков, январские отпускные. По технике 31 единица спецтехники, она вся в удовлетворительном состоянии. По запасам противогололедного материала укомплектована на 100%. Поговорили и о возможности хождения маршруток номер 50 и номер 25 по улице Беляева. Просьба поставить вопрос о переносе маршрута 50 и 25 на нашу сторону. У нас достаточно количество остановочных пунктов. У нас, в принципе, есть девяточка, но она по контракту их должно было 6. На самом деле она катается одна. И то она даже не по графику. Поэтому жители не могут пристроиться к графику. И наполняемость этой девяточки очень низкая. Было принято решение понаблюдать за наполняемостью маршрутки номер 9, а после необходимого мониторинга ситуации принять окончательное решение. Также в ближайшем будущем планируется ограничить проезд с улицы Талсинской к центральному рынку и запретить на данной территории автостоянку, которой в большинстве своем пользуются местные таксисты. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.